Сингапурская студия Gata Games работает над хоррором под названием Stifled. Разработчики в своем проекте делают сильную ставку на звук. Главный герой игры попал в ДТП, и сразу после этого мир обрел для него странную форму линий и силуэтов. И нам в его шкуре предстоит блуждание в кромешной темноте, выбраться из которой можно лишь прислушиваясь к звукам. Или же наоборот, издавая их самому. Но если быть точным, то игра будет требовать микрофон. Достаточно что-нибудь сказать, и эхолокация поможет определить положение окружающих предметов. Однако каждый шаг может привлечь жутких врагов. Начали тяжело дышать? Жуткий монстр, который шел за вами по пятам, может это услышать. Поэтому задерживать дыхание будет просто жизненно важно. Таким образом, в некоторых моментах проект напоминает более страшную версию «Пряток». Не вся игра будет черно-белой. То есть разработчики периодически будут разбавлять такую концепцию. Это же вообще на самом деле не очень приятно для глаз. И те, кто, допустим, играли в нуарный хоррор White Knight, понимают, о чем я говорю. Поэтому такая стилистика, конечно же, на любителя. Stifled был успешно принят в Steam Greenlight и получил множество номинаций и наград. Релиз вроде как намечен на конец этого года, как для шлемов виртуальной реальности, так и просто для ПК и консолей. Но на самом деле именно поддержка шлемов делает хоррор столь мощной игрой, так как тот факт, что мы полностью изолируемся от окружающего мира, а наши издаваемые звуки реально играют роли и превращаются в декорации, это, конечно, круто. А еще сразу вспоминается проект Билла Гарнера – Perception. Там тоже огромную роль играет эхолокация, так как героиня полностью слепая. Однако справедливости ради надо заметить, что сами GT Games развивают в первую очередь идею, заложенную еще в предыдущем проекте – Lurking. Весьма, кстати, криповатый ужастик, и, надеюсь, Stifled получится у них не хуже.